У каждого из нас своя история. Расставание. Смерть. Несчастный случай. Так или иначе, в такие моменты твоя жизнь меняется навсегда. У всех свои проблемы. Свои истории. Свои. Демоны. Веном. В кино с 4 октября. Я был рожден и вскормлен войной. Люди думают, они знают, что такое боль, но они и понятия не имеют. Самая страшная боль в жизни — та, что превращает тебя из человека в машину. Нет! Что? Стоп! Я с вас, граждане, худею! Дэйл, что? Почему спецэффекты не дорисовали? Где железная рука? Это ж не усы замазать! Ах, я с вами. Вот все самому делать. А, я Кейбл, я из будущего. Я все взрываю к херам. Пиу-пиу-пиу-пиу, пищ-пищ. Ну-ка, руки вверх! О нет, шериф Дэдпул. А знаешь, в жизни ты гораздо выше. Заткнись, говноед, получай. Оу, сила регенерации, активировать. Ты так не говоришь. Закрой пасть. Мои шары летят на помощь. Нет, убьет. И не надо, Кусь. Что, уже все? О, однако, как-то подозрительно быстро. Ну ладно, погнали. Час настал, ублюдок. Наберут сценаристов по объявлению. Как он? Все тот же Итан. Ваша миссия. Если вы возьметесь за ее выполнение... Интересно, вы когда-нибудь отказывались? Конец, которого вы боялись, близок. И кровь будет на ваших руках. Вот последствия всех ваших добрых намерений. Тебе пришлось сделать ужасный выбор в Берлине. Одна жизнь взамен миллиона. И теперь мир под угрозой. Это миссия ЦРУ. Если бы он не перехватил Плутоний, мы бы сейчас не разговаривали. Его команда погибла бы. Да, погибла бы. Такая у нас работа. Ты не понимаешь, во что ввязался. Выходи из игры. Не заставляй меня переступить через тебя. Сколько раз правительство предавало Ханта? Отвергало, отрекалось от него. Как долго такой человек, как он, будет терпеть? Мы
не поступай. И может быть напрасно. Ну, как он? Знаешь, все тот же Итан. Что он делает? Я предпочитаю не смотреть. Как-то здесь пустовато. После праздников все разъехались. Симпатично. Тут еще кто-то живет? А Тамара дома? Вы трейлером ошиблись. Я думал, мы здесь одни. Какого? Папа? Но папа! Оставьте нас в покое! Ну, заводи же. Помнишь тот момент, когда впервые увидел динозавра? Привет, Блю. Сначала ты не веришь своим глазам. И замираешь в восхищении. Он приближается. Это Тирекс. Это Тирекс. Да тише ты, это не Тирекс. Блю, пойдем со мной. Здесь оставаться опасно. Мир юрского периода. Этот остров... Спокойно, тише, девочка. Остался в прошлом. Я умер! Еще нет, парень! Встречайте! Что это? Их создание. Блю! Вытащи нас отсюда. Да? Мир юрского периода 2. В кино 7 июня. Я спас Джорджа, когда ему было 2 года. Он не просто друг. Он семья. Теперь замри. Ты псих? Нет! Стой! Хорошо, очень смешно. Нам с тобой смешно, новичку не смешно. Он плачет. Можешь вставать. И проверь подгузник. Давай, пошли.
Получил твое сообщение. Джордж, в порядке? Не знаю. Джордж? Все хорошо. Мне кажется, или он значительно больше? Определенно больше. Нужно найти того, кто точно знает, что это, черт возьми, такое. Нашел ее! Нет, вру. Вообще-то она сама нашла нас. Что с моим другом? Вы слышали о генетических экспериментах? Результаты совершенно непредсказуемы. Рост силы. Джордж! Скорости, ловкости. Нет! Где Джордж? Хочу его увидеть. Он опасен. Наверняка! Это новый уровень естественного отбора. Проект Rampage в действии. Тут у нас бегает еще один эксперимент. В каком смысле? Берегись! Конечно же, волк летает. Самое время бросить все силы на этих существ и эвакуировать город. Летим спасать мир. Смирись и не рыпайся. Знаешь, с людьми можно общаться и по-другому. Да, но это не так весело. Джордж, ты в порядке? Готов, дружище? Дисней представляет. Так, сейчас мы тебя подключим. Wi-Fi. То есть Wi-Fi? Не зайдешь, не увидишь. Ну что ж, здравствуй, интернет. О, чёрка. Вот это радость. Один вопрос. А что такое интернет? Ох ты, надо ж. Сколько тут всего. Поздравляю, вы выиграли. Правда? Звезды с тюремным прошлым. Ух ты. Что скрывает Бомонд? Интересно. Ральф, пойдем. Добро пожаловать на eBay. Дамы и господа, следующий лот картина на черном бархате «Печальный котенок». Он словно смотрит в самую душу. Да, мне долго будет сниться этот взгляд. Ральф против интернета. Ух ты, игры! Блинчики. Коктейльчик. Ну-ка дай-ка мне. Блины. Коктейль. Коктейль. Я начал понимать, что все находят в этой игре. Философская. Коктейль. Эй, смотри, что у них тут. Сколько блинчиков. О, сейчас накормим. Блины, 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 блины. Лопай, зайчишка. Ральф, слушай, по-моему, пора переключиться на кису. Ты что? Киси молочные коктейли. А блинчики нашему зайке. Прежде чем поразить мир своими шедеврами и научными открытиями, Лео да Винчи был обычным мальчиком, который любил изобретать. Держись крепко, Лоренцо! Сейчас летим! Летим! Лео, мы летим! Не летим, мы падаем! А еще он увлекался искусством. Сделаешь что-нибудь или будешь дальше пялиться? Ты назвал картину в ее честь? Что? Да она просто позировала! Но однажды пришли испытания. Эй, я вижу дым! Это мой дом! Стой, Мона Лиза! Лоренцо, она потеряла все. Мы должны ей помочь. Сокровище потеряно лежит на дне. Кому оно достанется, тебе или мне? У острова Эльба покоится оно. Попробуй доплыть и достать его. Найдем с
сокровище, и мы спасены. Мое! К героям присоединяются друзья. Агнес. А ну верни, это мое. И Никола. Возьми это, чтобы лучше разглядеть. Или я сожгу карту, или возьмете меня с собой. Мы должны добраться туда первыми. Ты должен найти сокровище и остановить Леонардо. Приготовить пушки живо! Огонь! Схватите его! Я летаю! Леонардо, миссия Мона Лиза. Мои верные пираты провалили дело. Теперь придется действовать самому. Я провернул первую аферу, когда мне было 10. И меня выгнали из летной академии за то, что думал своей головой. Я стану пилотом. Лучшим в галактике. В общем так, парень. Я набираю команду. Ты в деле? Мы в деле. Я, возможно, единственная, кто видит твою истинную суть. Ошибаешься. Думал, у нас неприятности, но обошлось. Проскочили. Хотите сделать мир лучше? Да. Что ж, вы по адресу. И на какой курс хотите поступить? Я стану пилотом. Лучшим в галактике. Ваше имя? Наше тело нам не принадлежит. Его можно сбросить, как змея сбрасывает кожу. Мы переносим свое сознание в другое тело. И живем вечно. Как долго меня не было? 250 лет. Вы собственность Bancroft Industries. Вам предоставили данное тело, оснащенное нейрохимией военного класса и боевой мышечной памятью. Мистер Ковач, я не просил возвращать меня в этот мир. От вас требуется лишь раскрыть убийство. Чье? Мое. Сериал от Netflix. Пока убийца на свободе, мы все в опасности. Я узнаю, что вы пытаетесь скрыть. И найду ответы, но вам лишь кажется, что они вам нужны. Друзья, враги, все, у кого была возможность и мотив, никому нельзя верить. Если будешь медлить с расследованием, я тебя сотру. Я думал, ты выше. На кой хрен я столько людей привел? Не груби. Все сложнее, чем тебе хочется думать. Эту загадку нужно решить. Видоизмененный углерод.
Здрасте, лейтенант. Я ведь не обязана круглыми сутками спасать ваши жопы. Клевая она. 2 февраля.